Привет, народ! Всем привет! У нас последние октябрьские деньки теплые выдались. Мы только вот недавно приехали с Вездеход Трофи и думаем, дай, ну вот только переночевали дома и сразу же поехали. Мы находимся где-то в Тверской области. Где-то поехали. Поехали на коп. Я хочу покопать по воде. Мишка со своей хромногой будет копать по земле. По земле походит. Ну и мы посмотрим, у кого будет это успешнее, удачливее. Ну и вообще посмотрим, что мы найдем. Кто его знает, может вообще просто так прогуляемся. С нами шерп. Вернее, мы на шерпе обновленный. Вот так у нас загружен багажник. Шерп нам сделали в Жуков гараже. Ну что, поедем, попутешествуем. Погоню, как говорится, за туманами. Надежно ли закреплен наш скарб? Да, хорошо все. Едем далее. Итак, далее. Прем в Италию. Сейчас будет первый брод. Ух, там я разверну. Ух, я там накопаюсь. Как свинья в апельсинах. Вот мы и прибыли к месту первого нашего зимоводокопа. Посмотрим, что будет. Так, сборы закончены, приборы включены. Ну что ж, ребят, тут мы и нарядились. Я, как вы видите, одет в вейдерсы от Финтрейла, боты от Финтрейла. Ну, сверху у нас биостоп висит. Я иду копать по воде. А вот Мишаня нарядился. Мишаня у нас копает по земле. На Мишане биостоп. Любимые сапоги. И лопата. Погнали. Все. Копаться. Так, всем монетам стоять, никуда не разбегаться. Мы идем. Так, первый сигнал не заставил себя долго ждать. Будем его изыскивать, так сказать, старым дедовским методом. Ага, здесь. Так, кто же ты? Ага, здесь. Здесь. Здесь.
здесь. Угу. Что же ты? Кто же ты? Ага, вижу. Вижу, ребята. Какая-то это душка. Какая-то душка была чего-то. Короче, нашел я, народ. Кусок расплющенной алюминиевой проволоки. Фу, ну и вонючая грязь. Ну и вонючая вонючка тут. Парни, я вам скажу. Это вам не... О, вот она. Колечко. Шайба какая-то. Ну, звенело, я и нашел. Ой, блин. Фу. Нас интересует сама река. Лежащие к ней. Фу, какие камыши. Опа. Блин, тут ахтунг. Ахтунг, опасно. Очень много ила. Очень много ила. Сейчас попробуем, посмотрим, что тут глубже будет. Ух ты. Ух ты, а здесь не мелко. Что там, мишень, у тебя? У меня замечательная расплющенная алюминиевая проволока. Сигналов не так много, но попадаются достаточно приличные. Цветные, приятные уху. Сигнальчики. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Давай, банка консервная, выходи. Что-то есть. Нифига себе, какую штуку я нашел полезную в хозяйстве. Это же палец тракторный. Большой, железный. Ух, я таким пальцем теперь в хозяйстве-то преуспею. Полезная вещь. Берем. Так, ну кольца всегда звенят одинаково. Хошь не хошь, а копать надо. Очевидно, какая-то была раньше ступица от телеги. Что-то вроде в скубе. Ребятки, что-то в скубе. А вот что? Пойди-ка фиг определи. Что там с кубе в этой? Все в грязище. Все в грязище, все в листьях. Шанёл, подтягивайся. Да, первый брод ничего нам не дал. Он был такой мёртвый-мёртвый.
Аккуратнее, Михаил. Я вам скажу, ездить с багажником приятно. Надо только доработать на укрепление вещей, чтобы они у нас не убегали, а то у нас канистра одна убежала. Жуков гараж. Ведущий тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Да, и мы теперь экономим воду. Звук слышишь такой какой-то низко-низко-низко. Сверхнизкочастотный. Это медведь ходит. Медведь низкочастотный? Да, низкочастотный медведь. Ну, высокочастотный медведь, он пищит. Это по-любасу низкочастотный медведь. Что ж, господа, пойду я. Так. Просигналил с дороги цветнины какой-то. Ну что ты говоришь? Сейчас мы ее будем посмотреть, что такое. Что-то еще не здесь. Так-с, сюда. Ага, что-то здесь. А, вот она, монета. А нет, нет, ребят, конина. Конина. Да, конина. Так, один уже зачет небольшой есть. Идем, идем, ребятушки. Плавай, плавай. Плавай. Оп. Что тут у нас нормально? Мишаня! Да-да. Давай выходим. Принял. Ежели шибче пойдем, еще на тот, на большой брод дойдем. Там уже будет видно. То ли они где-то в других местах идут. Я полазил уже. И так, и сяк, да. Мишка победяка у нас. Да, я еще просто не нашел свой брод. Фу. Но этот уже получше, поинтересней. Тут трамблер был. Трамблер нашел? Да. Правда, это самое в запчастях. И нашел еще горькую шоколадку. Ну, шоколадку я вообще повезло. Ну да, но ты, у тебя есть конина. Я могу, конину будешь грызть. Я могу поменяться на конину. Не-не-не. Очень выгодная сделка. Не стоит, не стоит. Такие неравноценные обмены я уже давно не меняю.
непонятно, здесь вряд ли кто поедет. Ну что, Мишка, нет у тебя прибора. Ну нет прибора, нету копа. О, гайча. Гайку. Так, ну, сигнал очень похож на Советину. Так. А нет. Это у нас, походу, какая-то медиатина. Сейчас мы отмоем, посмотрим, что это такое. Цветнинка какая-то, ребят. Да, медь. Медь, а что это было? Что это было такое интересное? Может, какой-нибудь этот... Что-нибудь от лампы какой-нибудь, скорее всего. Да. Да, скорее всего, от лампы какой-нибудь керосиновой, старой. Так, ну, цветнинки есть, это хорошо. Это... Непонятно, что такое. Что-то нашлось. Что пока не ясно. Есть, что находишь? Нет пока. Опа, манитос. Ну вот, ребят, мой первый манитос. Советики. Черт, ходячка. Обидно, досадно. Обидно, досадно. О, еще манитос. Еще ходячка. Ничего, где-то ждет меня место, где будут такие же манитосы, только не ходячки, хорошие манитосы. Итак, очередной комок, очередной сигнал. Сейчас мы его будем смотреть, что там такое. Что ж там такое? Прозвенякало. Не здесь, не домой. Ага, вот здесь. А, вот она. Ну, эту штуку по-любому выкопать приходится. Потому как звенит она как монетина. Ничего не поделаешь. О, ребят, что нашел. Типа узды, но нет, пута, наверное, какая-то. Кто знает, что это? Пишите в комментариях, что за цепь такая. Темнеет уже. Надо ехать и кушать, готовить, да. Спать ложиться. А завтра
а завтра пораньше займемся копом. Очень много мусора. Ключи от банок, пробок. Пойду обратно. Вернусь к броду, там было повеселей, получше там было. Закончился коп. Будем искать место для ночевки. Рвать застенький ты наш. Все, ребят, двигаемся на ночевку. Порченный нарзаны. Прям гать как брод. Ну, теперь с рабочим боковым светом можно посмотреть сбоку, что творится. Да. Пожалуй, мы... Так, такой вот прудик на урочище.
Попробую завтра его помониторить, что там есть в глубине прудика. Может, что оставили там? А я попытаюсь счастье здесь, и пусть там полазим, может, тоже что-нибудь и нароют. Вот так вот. А что мы будем кушать? Ля-ля-ля-ля-ля. Что-нибудь... Грибной суп не желаете? У нас есть грибной суп с перловкой, грибной суп с гречкой, булгур с тушеной говядиной, гречка с мясом, булгур с тушеной, булгур с этими, с индейкой, с томатами. Вот. Значит, мы будем есть суп. Правильно? Я, пожалуй, остановлюсь на булгуре. Остановлюсь на булгуре. Вот так всегда. Выбирает он, зарастает, перебирает. Сейчас обварим шипуточку. Супер турбо печь. Адская штука. Кипели. Адовая печка у нас. 2 минуты. Котелок готовит. Это, ребят, у нас ругается высокий уровень угарного газа. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. 154 ppm. 400 – это уже опасный уровень. Такая простая штука может запросто спасти вам жизнь, когда может быть ситуация, когда ебаса будет захватывать ваш же выхлоп и кидать его в салон. В самом деле. Все, проветрились. Особенно тем, кто обогревается газом. Этим ребятам обязательно надо, обязательно, прям обязательно иметь такую штуку. Потому что угореть можно и не почувствовать, он не имеет запаха. Просто уснете и все. Тысячи людей каждую зиму из-за печного отопления неправильно используемого нарушения техники безопасности. Тысячи людей погибают каждую зиму в стране. И для этого, увы, не надо быть пьяным. Вы просто ничего не почувствуете. Захотите спать, поспить. Пойдете, ляжете спать. Чуть-чуть топочку побольше прикрыл, и все. Главный газ пошел. А у нас теперь есть вот такой страж галактики и нашего здоровья. Видите, здесь газ работает, он выжиг кислород нам, угарный газ появился. Все, начал ругаться сразу. Очень удобная штука. Ссылку потом я кину к ролику в описании. На Алишке покупали. Можно купить и у нас, просто у нас дороже это все. Вот это выстрел. Все, ребят, вторая порция готова. И за 5-6 минут у нас 2-литровый термос готов. Бочковый. Замечательный просто. Замечательно. Долго у меня разогревается. Мишаня уже хомячит вообще. У меня уже первая половина булгура заканчивается. Килограммовая.
теперь-то она точно, наверное, спеклась. О! Суп. Суп у меня. Похоже на кашу. Супруга мне сварила суп. Получилась каша. Разварился в автоклаве. Ничего, первое, второе. Главное, чтобы что-то было сварено, а там уже что в рот запихать. Разберемся. Баюшки, баю, засыпай термосок. Не то Мишка придет и схлебает тебя горячим. Все, Маша, спи. Михаил Юрьевич врывается. Пойду испугаю медведя. Ух ты! Он откровенно ночью-то пошел, блин. Если тебе не хочется спать, то можешь поохранять, походить. Заманчивое предложение. Ну что, помаршировать тут всяко. В общем, весело время провести. Да. Все, нормально. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш, Герасим Шерп.